Если вы не поставите лайки, у вас никогда не будет ни единой арканы. А если они есть, то они все продадутся за 0.03 и ваш аккаунт взломает. Поэтому, ребята, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Хей-йоу, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня у меня будет мега эпичная битва против самого настоящего киберспортсмена. Привет, ребята. Да, ребята, это Даня, знакомьтесь. А Дань, это сколько тебе лет? Илья. Да. Мне 12. И как давно ты в киберспорте? Рассказывай. Ну, именно в киберспорте я начал, как мне купили мой девайс, на котором я даже сейчас играю. Тогда я начал играть в стендов. И начали мы летом, мы создали команду, ну и начали показывать результат. Если хочешь получить крутые скины для стендов 2, как у меня, то рекомендую проект под названием Steady Drop. Большое разнообразие кейсов, постоянные акции и бесплатные ежедневные кейсы. Тут ты можешь получить любые скины. Как бонус, по моему промокоду Кент, ты получишь 25% пополнению. Все нужные ссылки ты найдешь снизу. Всем интересно только одно. Назови свой КД и твое звание. Ну и сейчас мы посмотрим. Так. Ядрить колотить. Реально Феникс и реально КД 3.2.7. Слушай, ну красавчик. Также, ребята, Даня мне сказал то, что он хочет создать свой клан, но у него не хватает голды. Поэтому я считаю, надо помочь Дане. Ты как думаешь? Сейчас? Да, давай, прямо сейчас выставляй. Сколько тебе не хватает голды? Мне не хватает 270 голды. Для создания клана, правильно? Ну да. Так, показывай свою аватарочку. Вот она. А вот это? Да. Так, все, ребята. Все, поздравляю. Сейчас покажем. Подожди, луфы, поздравляю. Луфы. С успешным созданием клана, с успешным созданием твоей киберспортивной команды. Ты же будешь капитаном? Ну да, я глава этого клана. Даня, как настоящий киберспортсмен, надел себе наушники, чтобы слышать все мои шаги. Ну да. Но, ребята, перед началом этой битвы вам надо поставить лайки. Если вы не поставите лайки, у вас никогда не будет ни единой арканы. А если они есть, то они все продадутся за 0.03 и ваш аккаунт взломает. Поэтому, ребята, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Да, ребят, лучше не рискуйте, поэтому лайки, подписка равно большая сосиска. Так, ребята, это наш киберспортсмен, к сожалению, у него нету ножа, но если вы поставите много лайков, то я думаю, мы сможем эту ситуацию исправить. Конечно. Так, ну что, ребята, 4, 3, 2, 1! Обалдеть, обалдеть. И как вы думаете, пацаны, кто победит, напишите в комментариях. Ну что же, если ты будешь стрим-снайперить, подписчики, пишите в комментариях тайм-коды, если он будет подсматривать, пишите. Пишите, пишите, я могу пишите. И вебку смотреть. Не-не-не, не подсматривай, никакая вебка. Все, поехали. Все, все. А, подсмотрел, я видел. Да я, все, ну я ладно, вижу. Все, давай, не смотри. Мы наблюдаем. За тобой 500 000 людей наблюдает. Как ты не стрим-снайперишь. Блин, ребят, вы даже не представляете, насколько мне неудобно играть, но тем не менее, все ради контента. Вы не представляете, насколько мне неудобно играть тоже. Да, нам в здании очень неудобно играть, так но... Что... Ух, кто-то стреляет, ой, как это было мило. Сейчас мы, ребята, с этим киберкотлетой разберемся. Так, первый выстрел от Кента и, к сожалению, мимо. Спасите, помогите! Я дал одно попадание. Блин, попал по мне, киберкотлета! Ядрить, колотить, Кента убивают! Не-не-не-не-не-не-не! Блин! И смотрите, всегда, как вы убили, в конце раунда пленчите бомбу, чтобы... Потому что, как вы пленчите бомбу, вам будет плюс 300 долларов. Обалдеть! Вот это да, не жесткий. Блин, ребят, плохое начало! Подсматриваешь? Опять подсматриваешь. Еще даже раунд не начался. Так, Даня, не подсматривай, не подсматривай, не подсматривай. Блин, ребята, скорее всего, у него уже КР. А это означает, что Кентухе попа. Возможно. А возможно и нет. Блин, почему мне так неудобно играть, вы даже не представляете. Ну, у меня такая же ситуация, так что... Нам двоим неудобно играть, но мне кажется, что мне неудобнее. У меня, короче, рука вот так двигается максимум. Ладно, все, поехали. Продолжаем дальше нашу битву. Счет 1-0, и походу Кента хотят выиграть. Ты ч... О! Опа! Купил мне АКР, спасибо тебе большое. Эмулятор! Твою налево! И кто мне после этого скажет, что эмулятор удобная вещь? Очень. Только попробуйте. Говорите, эмулятор удобный. Эмулятор, а где мой скин на М-ку? Обалдеть. Это ты мой да, скин на М-ку забрал?
украл. У меня был скин М4 Lizard, он код взял и пропал. Не, почти не так, дело не пойдет. Поехали. Ааа, больно, 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 больно. Обалдеть, ну ты и жесткий. Продолжаем дальше. И сейчас... Ух ты, кто-то гранату кинул. Ой, это было мило с той стороны. Пока что, ребята, побеждает дружба, но это ненадолго. Ой, йоу, чё меня тпхнуло? Я только что был в доме. А-а-а! Спасите, помогите! Так, ну я, скорее всего, попал ему в голову, скорее всего, у него реально мало хп. Ну, скорее всего. Я прав? Ну, ты попал, но... Эта информация недоступна, сколько ты мне урона нанес. Ух ты, блин, да как так? Обалдеть, ты жесткий. Я попал в тело, а потом в голову. 2-1, обалдеть. Почему это все из-за того, что нету скина на М-ку? Я из-за этого проиграл, отвечаю. Так, почему ничего, у меня есть план. Не переживайте, все под контролем у папочки кента. Ё-моё, ты там по кому стреляешь? Ты на кого батон крошишь? Попал! Обалдеть, через дым! Да ну нафиг! Хочу жить, хочу жить, хочу жить, хочу к мамочке! Нет! Да, 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 да! У тебя остается 28 хп. Почти, почти. Жалко, жалко. Ну Даня играет прям очень хорошо, ребят. Я думал, что я этого киберспортсмена просто, как всех и остальных киберспортсменов. Но честно, Даня красавчик. Ему надо отдать должное. И да, за кого вы болеете, напишите в комментариях. Кента ПК или киберкотлета Даня. X-Wait? Да, X-Wait. Так, это ж Wait. Ну, читается Wait. Ники, да, читается Wait. Так, мне что-то подсказывает, что он где-то тут. Или нет? Или да? Все возможно. Посмотрим, снайперил, вы видели? Все видели? Подсмотрел, подсмотрел только ж, ну чуть-чуть, одним глазком. Не знаю, я не смотрел. Главное это не спешить, времени еще... Ну да, еще целая минута, можешь не спешить, потом бомбу не заплентишь и все. Обалдеть! Не, ребят, это уже было не по-киберпацански. Так, ага, опять подсмотрел, или мне показалось? Я не подсматривал. Не подсматривал? А ну, ребят, напишите в комментариях, подсматривал или мне показалось? Я потом сам посмотрю. Ну давай, давай, давай. Надеюсь, ты не стрим снайперишь. И надеюсь, я тебе выиграю. Блин. Блин, блин, блин. 3-2, я проигрываю. Не-не-не, чтобы Кента ПК проиграл, да еще и на своем канале. Блин, ну это будет просто хэштег позор. Результаты хорошие, ведь с Лондоном, насколько я знаю, ты сыграл тоже так. Да, я Лондона выиграл на изи. И скилла выиграл. Да ну нафиг. Как ты это делаешь? Пошла головка. Я сейчас еще и проиграю. Зашибись, вот это да. Позвал, блин, киберспортсмена домой. На свою голову. Не-не-не. Но в тот раз, когда мы с тобой сыграли на стриме, то ты меня победил со счетом 8-5. Там. Давай, давай, я тут, а я... А как? Да, да, да! Любимый дробовик, я тебя люблю. Просто посмотрите на его хп. Кто тоже любит дробовик, поставьте плюсик в комментарии. Не, ребят, кто бы там и что не говорил, что типа это оружие для нубов. Нормальное оружие, не надо тут ля-ля. Сейчас почины папочка кент пока покажет, что такое настоящий раш. Не, не покажет. Как? Ах ты негодяй, через Тёмку обошел. Вот тебе не стыдно, Дань? Просто тактика. Да, почины. Давайте реально, там кому не сложно, влепите лайк. Я знаю, что для вас лайк это всего лишь 2 секунды жизни. Для меня лайк это все. Для меня лайк это валюта, понимаете? Я за лайки готов на все. Поэтому, почины, ставьте лайки. Если вы хотите, чтобы я вернулся, то поставьте лайк. Потому что. Да не, а вдруг не поставите лайки и скажут, не возвращайся. Ля-л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 я. Ух ты, блин! Минус 48 хп. Ага, значит, я не ослепила, если не ноль реакции. Есть реакция, просто я молчу. Так, ё-моё, сколько дыма, ты чё тут наделал, блин? Да я, как я так, я тебе в голову попал? Я думал, ты пойдёшь в сторону робера. Я тогда обалдеть. Так развернулся. Не, почему, ну это реально позор для кента, 7-3. Ладно, давайте. Я думаю, надо будет взять шанс, реванш. Я взял АВП. А, АВП. А, это мне шанс. Спасибо, что взял АВП. Ну, подумаешь, быть. Всего лишь убьешь меня с одной тычки. Так, ну что, где вы? Молодой человек! Не-не-не. Нет, 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 нет!
Кента убили! 8-3! Да ну! Не, ребят, ну тут хэштег позор. Честно, мне самому стыдно за себя, но я могу сказать свое оправдание, что мне было очень неудобно играть. Потому что на стриме я X-Way-то выиграл. Короче, пацаны, предлагаю так. Я хочу реванш. Давайте вы наберете реально 8к лайков, и мы сделаем реванш. Поэтому, кому не сложно, пожалуйста, влепите лайк. Подпишитесь на мой канал. Также ссылочка на группу клана Дани будет в описании. С вами был Кента ПК. Да, подпишитесь. С вами был Кента ПК. И лайк. И X-White, Даня, как хотите, называйте. Все, пацаны, давайте, всем пока.